магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор профессионального автоинструмента от компании «Форс». Артикул товара 41071. Набор на 107 предметов. Материал изготовления инструмента хром-ванадиевая сталь. Укажем, что у нас на упаковке. Производитель пишет. Логотип «Форс». Professional Tools. Комплектация набора указывается на английском языке. Артикул товара сделан на Тайвань. То есть такая вот идет наклейка сверху на кейсе. Такая прокладка ложится у нас между двух крышек. Здесь она очень такая плотная и толстая. Потому что есть наборы, в которых она вообще очень тонкая. Здесь не поскупились на поролон. Начнем из трещоток. Две трещотки в наборе. Маленькая под 1/4 дюйма и большая под 1/2 дюйма. Трещотки прямые. Длина трещотки большой 265 мм. Маленькая трещотка 145 мм. На 24 зуба. То есть трещотки усиленные 24 зуба. Реверс, быстрый сброс. Разборные. У Форса есть ремкомплекты, то есть внутри можно заменить. Если вдруг механизм полетел, ну, это случается крайне-крайне редко, это если брак, допустим, у вас. Форс, надпись на трещотке, логотип, а маркировка CRV хромованадиевая сталь и номер самой трещотки. То есть весь инструмент Форс, еще раз повторюсь, имеет номер. В каталоге Форс вы, допустим, можете найти трещотку, сам набор, каждый ключик, который в наборе. Такой каталог есть еще в электронном виде. Для того сделано, для того, чтобы если вы потеряли трещотку, по этому номеру можно было найти и докупить ее в набор. Рукоятки комбинированные, пластик и прорезиненный пластик. То есть не резина, а можно сказать, пластиковые вставки красные и черный цвет, это прорезиненный пластик. И очень важный момент, на надпись Форс здесь сделана не краской, а буквы пластиковые монтированы в саму трещотку, то есть не стираются. Потому что обычно на дешевых наборах пишут краской сверху на рукоятке. Все то же самое, маленькая трещотка. Два воротка. Вороток шарнирный. Также есть запасные части к нему, то есть тот сам шарнир. Длина воротка шарнирного 360 мм. И Т-образного воротка длина 250 мм. Т-образный вороток, также если вы снимаете переходник, служит удлинителем 250 мм. А здесь можно использовать для перехода данный переходник с перехода 3/8 на 1/2 дюйма. Удлинители 250 мм под 1/2 уже показывал. Еще один идет у нас 125, это с шаром. Можно работать под углом. Вот. Сама головка ходит на удлинители. И еще один удлинитель 50 мм, также с шаром. То есть три удлинителя под большую трещотку. Под маленькую трещотку также три удлинителя. 50 мм, 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм. Т-образный вороток от маленькой головки. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. В наборе используется или через переходник одеваем биты. Вот переходник идет в комплекте. Или можно одевать на нее маленькие головки. И есть также квадрат сверху. Присоединительный сюда
можно, допустим, Т-образный удлинитель подсоединить или трещотку. Так, два кардана для труднодоступных мест. Молоток 300-граммовый, длина 300 мм. Рукоятка деревянная. Видите, даже на молотке, на самом дереве есть код товара или артикул товара. Набор щипов в наборе также есть. Зубило 180 мм, ширина 15 мм. И магнит. Кстати, он идет отдельно, вот такой вот насадкой. То есть подсоединили сюда удлинитель. Даже можно вот эту точную рукоятку ставить. И достать то, что упало. Две свечные головки. Головки с резиновыми вставками. 21 и на 16 мм. Набор бит. В наборе биты крестовые, шлицевые, биты топ с отверстием и шестигранные. Применяется через переходник. Я уже показывал его. Так, далее верхняя крышка. Нет, давайте головки. Головки. В наборе шестигранный профиль головок. Шестигранные короткие и длинные. Длинных у нас здесь 5 головок. Размер 22-24. Далее 27, 30 и 32. 32 длинная. У коротких головок 32 нету. Тут здесь самый большой размер 21. То есть если вы используете 32, то это длинная. И головки короткие. Общее количество 24 штуки. 24 штуки по 12 штук каждый под 1/4 дюйма, 12 головок и 12 головок под 1/2 дюйма. 4 мм это самая маленькая, самая большая, здесь 21 мм. 32 идет в длинных головках, вот она. В верхней крышке у нас набор ключей, 16 штук. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Далее у нас 19 ключ, 21 и самый большой 22 мм. Тиражок немножко уходит вниз. То есть это новый вариант ключей. Вообще это новый набор, новый дизайн. Раньше они шли из зеленого цвета рукоятки, видите, сейчас идут черно-красные. Также изменил форс дизайн ключей. Форс номер по каталогу 22 мм. И у нас 5 разрезных ключей. Размеры 8, 10, 10, 12, 11, 13, 12, 14 и 17, 19. То есть ключи для трубов роботов еще называют, или разрезные ключи. Клещи переставные 250 мм. Пассатижи 185 мм. И набор Г-образных ключей 10 ключей. С комплектацией все. Набор кейс состоит из двух частей. Пластиковые завесы посередине. Запирание набора на металлические защелки.
Вес набора 12,3 килограмма. Ширина кейса 52, длина 37 с рукояткой, высота 9 сантиметров. Напоминаем за подписку на канал, за комментарии к этому видео. При покупке данного набора вы получаете дополнительную скидку в нашем магазине. И напоминаем, еще доставка на наборы Force у нас бесплатная. Спасибо за просмотр, ставьте лайк. До свидания.